За последнее время участились случаи нарушений водителями автотранспорта правил проезда железнодорожных переездов. Есть факты трагических ДТП. В целях повышения уровня безопасности движения поездов на железнодорожных переездах с 1 по 10 августа 2018 года РЖД совместно с ГИБДД проводит массовое профилактическое мероприятие «Железнодорожный переезд», направленное на привлечение внимания транспортных предприятий, водителей транспортных средств, а также жителей к решению проблемы пресечения нарушений правил движения через железнодорожные пути. Только личная дисциплинированность водителя – надежная гарантия безопасности движения.